на сегодняшний день в науке на эту историю. Естественно, там вот второй, третий пункт – это классные исследования, пример того, как это может нам помочь в лечении, там, терапии, диагностике заболеваний. Небольшое резюме и после этого еще набор задач, там, вычислительных, как задач по моделированию, которые можно решать уже сегодня, да, имея такие данные, которые имеет человечество. Почему вообще эта тема нам кажется актуальной, да, что, скажем, в 2013-2014 году существует такое мнение, что в ближайшее время микробиота позволит создать наиболее перспективные способы диагностики и терапевтического воздействия на организм человека. И тем более, если вы сейчас не знаете, вот прямо сейчас, что такое микробиота, это должно быть вообще классным мероприятием, потому что вы мало того, что узнаете, что это такое. Да, вот. Собственно, про это наша следующая картинка. Но у нас есть три слова: микробиота, микробиом и метагеном. Мы их поочередно используем. Так широко их употреблять стали не очень давно. Вот. И микробиомом мы называем совокупность их организмов и их геномов, их взаимодействия с некоторой средой. Да? То есть мы будем здесь много говорить про микробиом кишечника. Да? В действительности это сам кишечник или бактерии, которые в нем живут, и совокупность всех взаимодействий с этим кишечником. Сегодняшние там, передовые медики считают, что это такой новый орган человеческого тела, который в прошлом был недооценен, да, или там, целиком не рассматривался, оказывается, что там сложность его настолько высока и связанность, вовлеченность, что для нас важно, психологический процесс тоже очень высока. Поэтому такой делается акцент. Все истории, там 5, 7, может быть 10 лет, на самом деле, это связано с некоторым технологическим прорывом. Я про это несколько слов скажу позже. Микробиота – это то же самое, что микробиом, но здесь мы иногда забываем про окружающее пространство и вот сами бактерии, там, которые там живут, микроорганизмы, да, которые там живут, больше акцент на них. То есть микробиота, микробиом почти одно и то же. Просто микробиом – это как бы бактериальное сообщество и то, где оно живет, а микробиота – это само бактериальное сообщество. Метагеном, да, – это совокупность генетического материала микроорганизмов, которые живут в этом сообществе. То есть только их гены, только их геном, только последовательность их ДНК. На самом деле, первый раз это слово появилось не так давно, там 98-й год обозначен. И вообще, если вот говорить о бактериях, существует такая история интересная, что люди в какой-то момент считали, что они изучили вообще все бактерии. Да? Как они решили, что они изучили все бактерии? Они побывали во всех местах, оттуда мазнули там пыль, грязь, взяли такие специальные чашки Петри с разными составами, намазали на эти чашки Петри. Все, что на этих чашках Петри выросло, они посмотрели в микроскоп, составили каталог и подумали: класс, мы изучили все бактерии. Потом появилась у людей возможность читать последовательности ДНК очень высокопроизводительными методами. Там вот проект «Геном человека» в 2000-е годы технологическую эту область развил. И люди стали просто, и появилась возможность. Раньше нам нужно было вырастить много одинаковых бактерий, чтобы потом прочесть их ДНК, чтобы нам с одной и той же молекулы, да, с одной и той же последовательности был сильный сигнал. Дальше наша чувствительность увеличилась, она приблизилась там, к единичным молекулам, там есть некоторые методики увеличения этого сигнала, и мы получили возможность вот прям взять эту грязь, пыль и посмотреть, какие в ней находятся молекулы ДНК. Оказалось, что там находятся молекулы ДНК от тех бактерий, которые у нас ни разу не вырастали на чашках. И вау, оказалось, что тех бактерий, которые ни разу не вырастают у нас на чашках, их гораздо больше, чем тех, которые вырастают на чашках. И мы просто видели некоторое там светлое пятно под фонарем в этом мире бактерий, а вокруг еще темень того, что существует вокруг. А не следует ли из этого, что у бактерий с одинаковыми свойствами разные последовательности ДНК? Ой, это, если честно, вы вот как-то прям настолько глядите в корень происходящего сейчас в этом мире систематизации и классификации бактерий,
там действительно такое явление, что мы, ну, как бы, все больше и больше. Раньше мы думали, что есть какие-то там дискретные области, одна бактерия, другая. А сейчас мы все между этими областями заполнили информацией, и у нас, как бы, мы не можем отделить генетическую составляющую от того, что проявляется наружи, и это какое-то плавное пространство перехода из одного места в другое. То есть где разница между генотипом и фенотипом еще более неясна, чем во времена спора с Трофимом Денисовичем Лысенко? Да, там получается, что, например, ну вот вроде мы в микроскоп видим одну бактерию, мы знаем, что это она, там простая кишечная палочка, но по геному две разных кишечных палочки могут совпадать там на 30-40%, да. Но мы их хотя как-то еще классифицируем как кишечные палочки. И, в общем, вот этот вот набор пыли, грязи и полного состава бактерий стали выделять из отовсюду, да, например, там в сыре есть специальный метагеном, который создает сыр из молока. Очень много метагеномов таких специальных интересных составов в почвах или в каких-то там специальных озерах. В России таких очень много мест, она как источник. Да, почему это изучают? Потому что там какие-то специальные бактерии, обладающие специальными свойствами, да, у них есть какие-то гены, которые позволят нам, ну, там, в биотехнологии добиваться каких-то новых высот, которые производят какие-то новые вещества, эффективно работают при разных температурах и так далее. Поэтому смотрят в эту область первее всего. Также очень много бактерий, оказалось, живет в океанах и морях. И вот одно из последних мест, куда добрались ученые со своими приборами, это был кишечник человека, и там оказалось вообще вау. Еще больше, чем где-либо. Условно в микробиоте живут несколько разных, таких, если мы вернемся к биологии, да, несколько разных царств. Это бактерии и археи, там могут находиться вирусы и какие-то многоклеточные даже животные, эукариотические, там амебы, грибки, дрожжи и так далее. То есть, в общем, полный набор, мы все это называем микробиотой. Вот. Собственно, из этого появляется такая, ну, как бы назовем там, подразделением отрасли науки, которая называется метагеномика, которая занимается изучением вот этих вот геномного состава микробов в каком-то сообществе. Им нужно в первую очередь узнать, что это за бактерии там находятся, а во вторую очередь узнать, что они там делают, как они проявляются. Вот. И вот, собственно, на вопрос, кто здесь, ответ дается таксономическим составом, то есть мы перечисляем там все рода, виды этих бактерий и других животных. А что они делают? Это функциональный состав, то есть мы выделяем отдельные гены в этих последовательностях ДНК и предсказываем, какие эти гены могут давать функции. Американцы занимаются полностью телом человека, и вот здесь у нас на картинке, я сначала про левую часть расскажу, потом про правую, разные полости тела, наиболее богато вязными бактериями, это, естественно, кишечник человека и урогенитальный тракт. Богато в том смысле, что в количестве штук и в разнообразии, да, но, естественно, бактерии там покрывают всю кожу, и во всех местах, где мы можем себе представить, их найти можно, да, им ничего это не запрещает. Ну, какая-то, может быть, есть история с мозгом, но у нас все больше сейчас мысль, что просто там еще пока не обнаружили ничего. Здесь такая карта разложения, да, и у нас дальше, тут очень простая есть такая математическая история представления данных, что мы можем сказать, что каждая бактерия это вектор в многомерном пространстве, да, и моя лаборатория в основном с такого рода данными работает. Мы можем сейчас не сильно заморачиваться, ортогональные векторы эти или нет. Примем, пусть они будут ортогональными. Там, на сегодня мы знаем там, 10 тысяч подвидов этих бактерий. Там, в человеческом теле в среднем живут там, около 1000 разных бактерий. И вот, собственно, характеристика какой-то полости в человеческом теле – это вот такая точка, в этом 10-тысячмерном пространстве. Что по осям? По осям как раз бактерии, да, то есть, например, вид бактерии там, Escherichia coli, да, кишечная палочка, и сколько ее там в процентах от общего числа, да, или в штуках. И тогда получается, что вот так, и вот в этом метагеномном спейсе для каждой полости человеческого тела, для каждого человека можно поставить точку. Потом, поскольку в 10-тысячмерном пространстве всем, кроме теоретических физиков, чтобы сложно ориентироваться... Чтобы пространство задать, неплохо бескорянные произведения определить. Да, ну мы считаем, что все вектора ортогональны, да, то есть одну E-coli помножаем на
другую E. coli получаем... А цвет, а значки разные что означают? Да-да-да. Ну вот, собственно, эти значки – это переход от этого 10-тысячмерного пространства методом главных компонентов, который пытается на двумерной плоскости из этого 10-тысячмерного пространства как бы те точки, которые в 10-тысячмерном пространстве были рядом, они и здесь будут рядом, которые были далеко, они и здесь будут далеко, примерно пропорции с расстояниями сохраняются. Да? То есть это такой там, из линейной алгебры, это как бы переход к такому базису, когда будет максимальная вариация там, в первых двух компонентах этого базиса. Вот мы здесь видим, и здесь от разных людей были взяты анализы бактерий во рту, да, и видно, что у всех людей во рту одинаковые бактерии были, и они там похожи между собой, да, были взяты бактерии на коже, они у всех людей, они просто еще были взяты в разные временные точки, находятся рядом мужчин и женщин. Урогенитальный тракт – это что-то посередине между ротовой полостью и стулом, и стул – такое отдельное подцарство этих бактерий. Мы занимаемся, и нам интересно сегодня, будет микробиота кишечника, потому что из всех бактерий, которые живут на человеческом теле, 99% живут в нашем кишечнике. Это вообще такой супер-мега-реактор для этих бактерий. И это нам стало понятно, ну, как бы, насколько это важно и значимо не так давно. Да, от 300 до 1000 видов живет в каждом кишечнике. Число клеток там 10-15, 10-16, их на 2 порядка больше, чем клеток нашего собственного тела. Сейчас может произойти какой-то диссонанс когнитивный, это связано с тем, что они просто маленькие. Да? Они действительно сильно меньше, чем клетки человеческого тела, поэтому и там 1,5 килограмма сухого веса бактерий в каждом кишечнике, их в штуках больше, чем клеток нашего тела. А меньше, ну, меньше на сколько? До 1,5 килограмма, да, может быть. Это сколько же живого веса? Честно говоря, я вот не знаю. Знаю цифру 1,5 килограмма сухого. То есть так типичное значение, сухой вес, но меньше 10% от да, да, да. Ну там в кишечнике в основном вода занимает и кашу, да, если... Смотря что ел, а? Не, ну только в самом конце кишечника вода... 15 килограмм – это 1,5 ведра, пардон. Да. А там, собственно, вы представляете... Даже у меня 10-метровый кишечник, если вы еще удивительно. Он очень длинный, и они занимают... Даже у меня меньше. Плюс бактерии... Я, конечно, уже вот... Не-не, бактерии – это не огурцы, там не 10% как бы от сухой, ну, от общей массы. 15 килограмм живого веса – это 15 литров, плотность, примерно плотность воды. Ну, да. Нет, я говорю, что ошибка тут в пересчете из 1,5 килограмма сухого, 15 килограмм живого. Ну точно не больше 10% сухого вещества. Меньше, скорее всего. Я понимаю. О, вы не верите, что у вас уменьшится, вместится у вас 15 литров? Нет. Ты уверен. Число генов, да, если мы начнем смотреть на число генов в этих последовательностях ДНК, то их тоже оказывается на 2 порядка больше, чем генов в нашем человеческом геноме. И нам интересно, что, ну, кроме понятной функции метаболизм, что они помогают или сами по себе переваривают все, что попадает в кишечник, они также, ну, не позволяют всяким вредным бактериям поселяться там, отвечают за развитие нашего иммунитета с самого детства, защищают нас от воспалительных заболеваний там, кишечника и некишечника, и, как мы видим там, в некоторых примерах в конце, также организует некоторую связь с нашей нервной системой. Это вообще очень популярная, сейчас прям супер популярная тема, называется ось кишечник-мозг. Можно уточнить? Значит, предотвращение колонизации патогенами – это что? Сообщают им, что занято? Да, фактически их вытесняют. Так, а про иммунитет? Тут... А мы сейчас все это дальше поговорим, да, то есть мы... А вот такого барьера, как слизистая оболочка кишечника, не существует? Такой барьер существует, конечно. А как же вытесняют? Ну, они живут в слизистой и в просвете. Да? Наш кишечник, мы его можем условно... Мы сейчас про что? Про патогены? Вот наш условно можем назвать
трубой этот кишечник, уходящий вдаль. У него есть слизистая оболочка из мукозы, бактерии живут здесь, и в просвете падает комочек еды, они облепляют его, начинают его есть, размножаться также вокруг. Эта часть бактерий достаточно быстро проходит от начала к концу, эта часть бактерий, ну, там, по-моему, 5 сантиметров в день, что ли, слизистая сползает. Вот, ну, как какая-то не нулевая скорость течения слизистой вниз тоже существует. Вот что интересно, например, что здесь абсолютно среда стерильная, да, то есть если бактерии начинают попадать через эту слизистую, да, там и сюда, да, то называется бактериемия. Да, история не очень хорошая. Как-то организм это регулирует. Если попадает патоген, да, то сообщество, оно в принципе не дает ему есть, и оно обладает некоторыми тоже возможностями какие-то использовать антибактериальные свои функции и свойства для того, чтобы этот патоген здесь не задерживался, во-первых. Во-вторых, оно может дать сигнал через наш иммунитет, что вообще, ну, как бы что-то сейчас не то происходит, и у нас такое часто бывает, караул, и просто полный смыв происходит. Всего 2-3 смыва, и сообщество восстанавливается потом на нормальное из того, что находится здесь при стенке. Да, патоген достаточно условное понятие. Дело в том, что когда у вас нарушается регенерация слизистой оболочки, например, при облучении ионизирующим излучением, у вас те бактерии, которые составляли полезную флору кишечника, очень быстро превращаются в патоген. Можно вот комментарий на эту тему? То все эти негативные эффекты, связанные с этим преодолением барьера, они в первую очередь не с видоспецифичностью связаны, а с тем, что просто большое количество общебактериальных таких антигенов, типа липополисахарида, попадают в кровоток системный, где вызывают, ну, воспаление. Как оно по-русски сейчас? Воспаление как бы не столько полисахарида вызывает, сколько размножение патогенных бактерий. А что там, где они не должны быть. Что иммуногенностью обладает наибольшей в составе бактерий, это именно полисахариды. Понимаете, вот как бы и все негативные эффекты. Полисахарид — это вещество, бактерии — это микроорганизм. Я догадываюсь. Все-таки воспаление — это размножение микроорганизма. Нет, не воспаление — это реакция организма на размножение. Сейчас об одном и том же, Влад, говорите, что когда много бактерий размножается, организм может узнать, что много бактерий, да, и воспаление — это что-то, это процесс в организме. Это не то, что если много бактерий размножается в чашке, это не воспаление. Воспаление — это ответ организма на то, что он чувствует, что что-то не так. И Влад говорит просто про то, что это там вызывается с помощью липополисахаридов. Наверное, при облучении, да, нарушается полностью регуляция. Когда я говорю патоген, я имею в виду там какие-то, ну, скажем, для нас точно патогенные штаммы E. coli, которые вызывают понос, или Bacteroides fragilis, который обладает токсическим воздействием просто на клетки. Да, и, собственно, почему, как бы, простое доказательство того, что бактерии помогают предотвращать колонизацию патогенов, есть два случая, когда наши хорошие бактерии здесь есть, и когда наших хороших бактерий здесь нет. Помещаем патоген сюда и сюда, здесь он появляется, исчезает, здесь он спокойно заселяется в пристеночном слое, живет, да, и портит нам жизнь. Нет, поэтому такой процесс возможен, но он не единственный, наверное, не определяющий. Возможен, не единственный, не определяющий, да. Мы просто приписываем им такую функцию. То есть один из возможных механизмов такой. Да. То есть зачем нам нужны бактерии в кишечнике? Одна из их функций — для того, чтобы все внешние бактерии, которые к нам попадают, а у нас среда все-таки достаточно открытая, да, там, с водой и с пищей. Ну, вообще, скорее, чтобы обеспечить переваривание пищи, иначе пища не усваивается. Это только одна из функций. Да, да, да. Вот мы как раз об этом и хотим поговорить, что оказывается, что это не единственная функция, и, может быть, даже и не всегда там самая важная. То есть, например, у нас есть мышки, которые без флоры живут, и они пищу переваривают. Им это не очень мешает. Какая пища? Интересно, что раньше, ну, можно было пойти там... А, да, и надо сказать, что мы занимаемся анализом фекалий. Да, в первую очередь, и вся вообще вот эта наука, про которую я буду рассказывать, множество экспериментов, они построены на анализе фекалий. Это, может быть, и предопределило такое мощное развитие в Европе и в США, потому что это не инвазивный тест, не нужно там огромное количество этических разрешений на это, просто берешь у пациентов кал и выясняешь, какие
молекулы ДНК есть в этом калии. В основном это будут ДНК бактерий, ну и как бы условно это ДНК тех бактерий, которые размножаются у него в кишечнике. Да? То есть вся теория как бы строится на такого рода анализе, хотя я расскажу по несколько случаев. А ДНК пищи там останется? А ДНК пищи останется? На фоне бактерий ДНК пищи практически не детектируется. То есть их столько в штуках, да, что ДНК пищи мы просто не видим. Иногда там на уровне 3-5% видно ДНК человека, это сшелушивающиеся клетки эпителия кишечного. Если человек, например, болеет, да, там какими-то воспалительными заболеваниями, то эта пропорция может там до 50% человеческой ДНК. Но, например, если у нас есть больные, у которых очень круто протравливают всякими антибиотиками, да, и у них действительно просто общий уровень ДНК низкий, мы тут же начинаем видеть ДНК еды, которую они едят. Это такое наблюдение, да? Раньше можно было сдать в красивой круглой баночке в поликлинике анализ, и мы получали такой стандартный, расширенный, разуженный результат бактериологического исследования. И мы думали, что есть там лактобактерии, бифидобактерии, и, наверное, они вообще в кишечнике там самые главные, потому что они говорят нам, насколько у нас все хорошо в кишечнике. Есть какие-то там условные патогены, которых быть не должно, там, ну, не выше какого-то порога. Вот. На самом деле, оказывается, ну, про лакты и бифиды вообще все не так. Они составляют в нашем кишечнике 3-5%. А опять же, вся история в том, что в поликлинике на тех чашках, на которые высаживались эти бактерии, большинство бактерий, которые живут в кишечнике, не вырастает. Это связано с тем, что основная часть кишечника – это анаэробная среда, да, и там живут бактерии облигатные анаэробы. То есть они не будут размножаться, когда есть рядом воздух. Да, они скорее погибают, там, замирают и так далее. А лакты и бифидум, они могут и в такой среде, и в такой. И вот если бы вы когда-нибудь попали в этом корпусе на первый этаж, там есть вот такие вот машинки, ну, более-менее похожие. Это секвенаторы, которые как раз занимаются чтением ДНК, которые есть в каждой бактерии. И, собственно, вся методика построена на том, что вы выделяете там грубую массу бактерий, 30% условно продукт, да, мы его называем. Из этих бактерий выделяете ДНК, дальше всю эту ДНК разрубаете на маленькие кусочки, да, там, если какой-то бактерии там 10^4, то от нее было 10^4 молекул ДНК. Каждую из этих молекул вы условно разрубили на всевозможные кусочки, примерно там длиной по 50 нуклеотидов, это, ну, букв в этой последовательности. Дальше каждую из этих последовательностей вы прочитали, и ваша задача обратно восстановить набор тех ДНК, которые присутствовали в вашем образце. Вот. Ну, там, в математике это задача о кратчайшей суперстроке. То есть найти такую суперстроку, в которую бы входили все эти маленькие подстроки, которые вы наделали, и вы восстановите примерно, ну, исходный геномный состав. Существует два больших игрока. Это проект Metahit, Европа и Китай. Они составили каталог генов микробиоты кишечника человека. То есть очень много, там, больше 200 образцов они собрали, и все эти образцы очень тщательно прочитали, и из них выделили последовательности генов, да, приписали им всякие атрибуты и сказали, что вообще там, ну, в том, что мы собрали, и мы думаем, что примерно во всем человечестве присутствует в кишечнике 3,3 миллиона разных генов. Вот. Миллионы разных генов? Миллион, да, разные. У них считается, что если у вас две последовательности генов похожи на 80% длины, на 80%, 80% букв, да, скажем так, то это одно и то же. Условный критерий похожести. То, да, есть, если один, то есть если один ген у двух разных бактерий в результате параллельного переноса имеется, то они его один раз посчитали. Да, они его один раз посчитали. И более того, это не очень жесткие критерии. У родственных бактерий действительно там больше, чем на 80%, ну, то есть просто которые как-то разошлись в процессе эволюции, у них тоже могут быть гены похожи на 80%. То есть взяли похожие штаммы, сравнили, получилось, что в среднем на 80% совпадает, да?
Ну, взяли все, что было у их условных 200 нет, чтобы человек. Чтобы этот критерий определить, да? А, это, ну да, такой условный биологический критерий, все им пользуются, не вдаются в подробности, да, почему-то. А, второй мега-игрок – это американский консорциум, в 4 раза больше денег, и они занимались тем, что они составляли каталог бактерий, да? То есть они как-то старались получить отдельную бактерию, которая живет в кишечнике, и потом получить полностью ее геном. Да? И более 600 таких бактерий они составили, продолжают этим заниматься. Особенность их работы была в том, что для того, чтобы получить геном бактерий, который не растет на чашке, и часто как бы условия роста на чашке, даже там создавая анаэробную среду с разными компонентами, для того, чтобы именно эта бактерия вырастала, такие условия создать не удается, но зато они сделали такую технологию выращивания отдельных штаммов бактерий в мышах. Да, то есть в кишечнике мыши, хотя она там не очень похожа по строению, там крысы больше похожи кишечником на людей, да, но еще многие бактерии вырастают, потому что ну, там есть этот анаэростат. Вот, и они добивались того, что в одной мыши размножаются там, только а бактерии одного типа, дальше их доставали оттуда, читали геном и составляли такой каталог. Работа, ну, действительно, там, условно, фантастическая, дорогостоящая, интересная. А, несколько лет назад, там, вот на международных конференциях, мы наблюдали такую битву между европейцами и американцами. Она заключалась в том, что, значит, европейцы говорили, что возьмем там какую-то условную там, систему координат бактериальную, и они говорят, что все там бактериальные сообщества, которые мы наблюдаем, делятся на три типа. Да, это бактериальные сообщества по типам они делили на основе того, в каких пропорциях там были представлены какие-то бактериальные виды. То есть там условно там, у них есть эти там, 500 видов, там какой-то есть паттерн достаточно сильно повторяющийся, или вот эти вот, которые с таким паттерном, это бактериальное сообщество или интеротип номер один, там, с другим паттерном в составе сообщества, то есть одних бактерий больше, других меньше, третьих совсем чуть-чуть и так далее, это интеротип 2, и там третья композиция этих бактерий интеротип 3, и даже говорили о том, что ну, там, есть, например, там бактерии руминококус, они как бы вот в основном обеспечивают существование этого интеротипа. Есть там бактерии, которые называются бактероиды, ТЭС, они являются основой этого интеротипа, еще ну, там этого и так далее. А через год американцы им ответили, говорят, ребят, это у вас получилось просто в результате того, что вы взяли какую-то узкую выборку, и в вашей выборке ну, так все условно поделилось на три кластера. Говорит, мы взяли там в два раза больше человек, во-первых, они сказали, что сколько бы вы таких бактериальных сообществ не взяли, вы всегда можете подобрать такую математику, чтобы что-то поделить на три кластера. Это не очень сложно. А тех людей, которые будут находиться вот здесь и вам мешать, вы скажете, что это какие-то там по-английски аутлайеры, да, какие-то неправильные люди, они по каким-то критериям не будут вам подходить в исследование, и у вас все будет классно. Ну и там какие-то математические, там, силуэтная ширина, по-моему, есть такое понятие для кластера, чтобы считать, он действительно кластер или не кластер, что или там какое-то можно там расстояние от всех участников кластера до центра кластера будет ну какое-то такое, и оно там гораздо всегда меньше, чем от участников до участников другого кластера, а у них они тоже в свой кластер входят, и там тра-та-та. Математика, короче, ну такая очень замороченная. У нас группа из 4 человек, которая занималась этой темой, и действительно в течение года пересчитывала различными метриками, подходами, основаниями эти кластеры, получаются, не получаются. У нас было такое четкое впечатление, что как-то это очень странно выглядит. Да? Там всегда можно подобрать такую математическую меру, когда ну, условно будет 2 ну, или 3 кластера. Да? То есть любой набор точек можно поделить пополам, ну, а если повезет, и на 3. Какая-то есть вот в биологическом мире такая особенность. Ну и потом пришли американцы, опять же, с большим количеством этих образцов и показали, что, ну, похоже, что этого не существует, это просто там в Европе есть такие особенности, а потом возьмите другое место, и вы найдете людей, которые там, заполняют все это пространство. Никакого такого смысла нет, но это было бы удобно, да, потому что нам не нужно было каждого человека
индивидуально знать, какой у него состав. Мы бы сказали, так, ты, ну как с группой крови, да, ты там первого типа, тебе нужно есть сыр. Ты второго типа, тебе морковку, ты третьего типа, тебе что-нибудь еще. А, вот у нас есть такой сайт, и это был абсолютно без, как это мы называем, инициативный проект. Никаких таких супер государственных денег мы под него не получали. Сейчас в нем числится больше 20 участников в этом проекте. Это клинические научные институты российские, которые как бы поняли, что ну, есть такая тема, она сильно педалируется в других странах, и нам тоже было бы интересно это изучить. И 3 года назад, 12 медицинских, 5 научных центров, да, мы собрали по России 150 образцов, сами теперь знаете чего. Это были большие города: Санкт-Петербург, Ростов, Саратов, Новосибирск, и были отдельные деревни. Деревни в Татарстане, в Омской области, в Хакасии и в Тыве. И в Омской области вообще была такая прекрасная история, что это институт по изучению там, редких народов, он нам предоставил образцы, собранные там, условно в деревне староверов. Да, и зачем нам вообще были нужны все эти деревни? Нам было здесь интересно посмотреть, насколько режим питания современный влияет на бактериальный состав в кишечнике. И результаты вот опять представлены на такой двумерной карте проекции из там, многомерного пространства. Здесь американцы – это синенькие точечки, китайцы – вот у нас с цветом плохо, здесь есть еще китайцы, зелененькие – это европейцы. И вот есть красненькие русские, русские есть здесь, здесь, вот здесь, вот здесь. Эти русские есть более-менее повсюду. И оказалось, что это соответствует ну, некоторому распределению. То есть мы можем найти таких русских людей, у которых бактериальный состав в кишечнике будет такой же, как у американцев или европейцев. Да? Американец-то или европеец практически невозможно определить по бактериальному составу. Да, то есть по соотношению разных видов бактерий. Да, мы об этом говорим, когда говорим бактериальный состав. И оказалось, что те русские, которые похожи на европейцев и американцев, а это жители городов. А те русские, которые там как-то отдельно находятся на нашей там, условной проекции из многомерного пространства, это жители каких-то деревень. И более того, жители из одной деревни, они похожи по своим бактериальным составам между собой и не похожи на всех остальных. Ну, классная история. Мы даже написали какую-то статью в журнал Nature Communications про это. И как раз там в дискуссии подразумеваем, что это связано с некоторой глобализацией пищевой цепочки. Это сейчас очень популярная тема. С глобализацией пищи. То есть все люди в городе едят примерно одинаковую консервированную пищу. Там мясо из Аргентины, курица из Голландии и так далее, и так далее. Все пропитано антибиотиками или там, специальными веществами, чтобы все это там, не портилось, сохранялось и так далее. А люди, ну, и из-за этого выживают, по-видимому, самые сильнейшие, и на всех континентах сильнейшие – это какой-то там условный набор микробов, который вот живет и может с этой антибиотиконагрузкой справиться. Сильнейшие люди или микробы? Сильнейшие микробы, да. Люди все равно гибнут. А в деревнях живут какие-то исторически, по-видимому, в этой области образовавшиеся комбинации бактериальных видов, которые почти наверняка связаны с тем питанием, как-то. То есть, ну, там, понятно, что там в Тыве люди там больше какой-то, и в Татарстане там какая-то мясомолочная еда. Мы, но с диетой здесь мы провалились, на самом деле, в наших исследованиях, поэтому я, ну, как бы из общих предположений только могу говорить, что мы понимаем, что культурные пищевые особенности культурные и особенности пищевого поведения здесь очень сильно влияют на состав. И, по-видимому, то, что мы видим в некоторых деревнях, это то, что там столетиями копится, потому что ну, у некоторых людей в жизни не было соприкосновений, например, с антибиотиками, да, или с промышленной пищей. Они ну, живут себе, живут в деревне, едят то, что выросло. Другая интересная для нас, как для физиков, история, что здесь две картинки, которые показывают здесь разный цвет, это присутствие разных бактериальных родов, а каждая полоска – это образец. Да, мы видим, что там в разных образцах могут быть разные пропорции бактериальных родов.
А вот здесь вот функции, которые выполняют гены. Да, и мы видим, что вне зависимости от того, какая комбинация бактериальных родов, у нас есть некоторые постоянства функций, которым должен обладать этот микробиом. И, возможно, даже там мы ведем какие-то моделистские работы, мы предполагаем, что это есть некоторая там внутренняя формула, да, что неважно, сколько у тебя там каких бактерий, тебе важно, чтобы ты мог там переваривать вот это, вот это, вот это, и примерно в таких пропорциях содержать эти гены. То есть, что более-менее одни и те же гены по-разному распределены между бактериями? Да-да-да. Ну, там есть, в принципе, есть гены, которые есть у всех бактерий, да, понятно, что они здесь точно всегда будут одинаковы. Но есть разные гены, которые встречаются либо одних, либо у других, либо у третьих, да, там, комплементарные функции, и это может быть некоторой формулой, да, такого микробиома. И вторая история, которая касается разнообразия. Оказывается, что чем более здоров человек, или чем из менее такого урбанизированного места мы находим человека, тем больше вообще микробное разнообразие у него. То есть может быть их по чуть-чуть, но много разных. Вот. И точно так же, если мы смотрим по раздельным генам, мы видим, что у тех людей, которые не болеют или которые живут в каких-то удаленных от города местах, разнообразие этих генов, оно больше, чем у тех людей, которые болеют или которые живут в городах. И также есть очень много работ по использованию антибиотиков, да, когда вы применяете антибиотики, через какое-то время численность бактерий кишечники восстанавливается, но их разнообразие скудеет, потому что какие-то из них, ну, вымирают и больше никогда не появляются. И это, собственно, вообще интересная история, потому что есть очень много работ за последние 100 лет по экологии, которые говорят о том, что чем больше разнообразия в сообществе, ну, тем это сообщество устойчиво просто в принципе. И для нас такая вот мысль, переход в здоровье, это, ну, вообще вещь интересная. Да? То есть нужно поддерживать какое-то постоянное разнообразие, чтобы у нас-то здоровье было, и уменьшать воздействие факторов, которые приводят к однообразию, к унификации. Но надо здесь сказать, что мы занимаемся чтением ДНК. Да? И абсолютно не факт, что там две одинаковых бактерии, у которых абсолютно одинаковая ДНК, ну, то есть кишечник приведет, в котором умещается 1,5 килограмма, он такой там, да, путанный. У коровы, конечно, еще больше. Но и у нас там есть где заблудиться. Мы читаем ДНК, и там двух бактерий, да, бывают абсолютно разные состояния. Мы, там, изучая бактерии достаточно давно, понимаем все такие цифры, что в реальности, ну, там, в любой момент времени, да, там, у бактерий ДНК замкнуто в кольцо, примерно 60% ее генома, оно экспрессируется, то есть мы можем видеть какие-то белки, которые читаются с генов, которые находятся в этой бактерии, а примерно 40% они молчат и ждут какого-то своего специфического часа. Да, поэтому у вас, ну, то есть абсолютно понятно, что это такой условный информационный подход, потому что у нас могут быть люди с одинаковым набором генов, но эти... У одного будет там одни 40% молчать, у другого другие 40%. Для этого возникают какие-то там собственные, еще дополнительные науки, кроме вот этой метагеномики, которая изучает там только генетические последовательности. Есть метатранскриптомика, которая изучает последовательности РНК в таком сообществе. РНК – это когда вы передаете информацию с ДНК на рибосому, чтобы собрать какой-то белок. Метапротеомика – это набор всех белков. Метаболомика – это набор всех метаболитов, то есть простых веществ, которые они перерабатывают. И, ну, в общем, там, современные технологии, которые есть сейчас, пришли благодаря развитию там, физики, микроэлектроники, математики в медицину и биологию, они позволяют сейчас все это оценивать там, все более и более корректно, и, там, скажем, здесь вот будущее этой науки в каком-то дополнительной оценке. Где наука-то? Вот связь, эта коллекция с чем связана, с какими свойствами организма? Класс, да. Вот мы сейчас как раз к этому подходим. Я рассказал про небольшой словарь, да, как это устроено, о чем стоит говорить. И как раз наука, она здесь будет заключаться в том, собственно, ученые здесь поступают каждый раз очень просто.
Они берут как какую-то группу людей, каким-то признаком, здоровье, например, возраст, пол и так далее. Ну, лучше, чтобы она была достаточно гомогенна по этому признаку. Берут другую группу людей с отсутствием этого признака, с другим признаком и так далее. У всех этих людей собирают фекалии, секвенируют и достоверно ищут, какие сигналы генетически различаются. Да, чем больше вы таких людей соберете, тем больше таких, ну, тем достовернее будет выделение такого сигнала, да, чем гомогеннее будет выборка по какому-то признаку. И дальше вы можете рассматривать и фантазировать, как этот сигнал, да, там вы нашли какой-то специальный ген у людей, которые болеют такой-то болезнью в микробиоте, как он может быть связан с развитием этого. Да? То есть на самом деле от простых наблюдений за вьюрками биология не очень далеко уходит, просто ну, другие аппараты, и это чуть стоит дороже, чем когда вы смотрите там, за красными птичками или синими птичками. Вот что удалось обнаружить про эти микробы. Во-первых, нам было интересно, что происходит нам, в смысле ученых. Да? Несколько тут будет таких посторонних работ, но чтобы просто было общее представление, как это происходит. Что происходит с возрастом? Да? У новорожденного микробиота поселяется от матери, и в зависимости от способа рождения у него в кишечнике можно найти вагинальную при естественном способе родов или кожную микробиоту матери при кесаревом сечении. Дальше ребенок растет, происходит грудное вскармливание. И сейчас есть какая-то потрясающая теория, ну, про которую рано говорить, что, похоже, есть такой энтеромолочный путь передачи бактерий из кишечника матери ребенку. То есть существует специальный механизм в нашем там, человеческом организме, как мать может своему ребенку передать бактерии, которые живут у нее в кишечнике с помощью грудного молока. Он абсолютно не очевидный, потому что ну, там нет прямого пути. Можно грязными руками грудь потрогать, например. Но очень грязными тогда руками трогать. У ребенка вряд ли они будут настолько грязными. Мать должна потрогать. Да, это должна. Ну, то есть в этом смысле, скажем, копрофагия, которая нами отрицается как класс, а у некоторых животных вполне развита, это очень-очень естественная история. Но это не призыв, нет. Пока нет. Дальше, ну, собственно, если нет этого грудного кормления, то нет такого естественного пути передачи микробов. Есть какой-то бытовой путь. Мы, например, там изучаем семьи, которые живут вместе, или сообщество солдатов санкт-петербургских, и мы видим, что там у людей тоже общие микробы. Ну, и мы точно их в копрофагии не подозреваем. То есть, действительно, мы между собой обмениваемся этими микробами не только при поцелуях, но и просто бытовым путем. Да? То есть, например, там, собаки, например, которые живут с людьми в одном помещении, они тоже, у них с людьми одинаковые бактерии находятся в кишечнике. Не все, но какие-то легко передаются. Дальше, в раннем детстве разнообразие бактерий, да, то есть множество разных видов очень сильно увеличивается. Это сообщество, оно малоустойчиво, оно очень быстро адаптируется к диете, тем, что происходит с ребенком. У взрослого человека... Ой, это какой-то ужасный копипаст. У взрослого человека на самом деле очень микробиота устойчива, да, то есть можно человека кормить другой едой, он потом возвращается к своему нормальному состоянию, да, может давать антибиотики, он будет стараться вернуться к нормальному состоянию. По-видимому, это связано с тем, что в детстве наш иммунитет, он тренируется узнавать те бактерии, которые живут у нас в кишечнике, и знает, что это свои бактерии. И потом, когда любые другие бактерии попадают в кишечник уже при натренированном иммунитете, он каким-то образом понимает, что это чужие бактерии и пытается там, их изгонять по-всякому. Механизмов для этого существует достаточно много. Ключевого механизма распознавания бактерий ну, такого не выяснено. Да? Там, мы, например, хотим показать, что это могут быть пептиды бактерий в крови человека, которые ну, нам кажется, что они циркулируют. Вот, и таким образом там, всегда организм знает, что у нас в кишечнике там, правильный состав, неправильный состав. А что такое тренированный иммунитет?
чем проявляется гипериммунитет, в чем проявляется недостаток иммунитета? Это можно как-то понять? Вот вы используете понятие тренированный иммунитет, да что это такое? Да, ну есть врожденный иммунитет. Как он клинически проявляется? Есть врожденный иммунитет, тот, который у нас появится в любом случае. Есть приобретенный, который у ребенка, ну фактически это разные наборы антител, да, антител и антигенов в системе иммунитета, которые умеют распознавать макромолекулы там, тем или иным способом по их взаимодействию друг с другом. Соответственно, ну, бактерии, например, то есть, скажем так, начнем с примера, да, что американцы показывают, что применение антибиотиков для детей, когда они маленькие, убивает их бактерии и потом приводит к автоиммунным заболеваниям. Автоиммунные заболевания – это тогда, когда наш иммунитет реагирует на наше тело как на что-то чуждое. Да, то есть какие-то естественные молекулы, которые образуются при нормальной жизнедеятельности нашего организма, они в какой-то момент начинают восприниматься нашим организмом как опасные, идет воспаление, опять же, и так далее. Ну да, какие-то ткани специфические заменяют соединительные, да? Нет, 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 не обязательно. Просто поднимается температура, да, и, например, ну, есть... Ну, это легкая степень. Да-да-да. Или, например, могут просто уничтожаться белки какого-то типа. Например, синдром Гиена-Барре, да, есть такое. Это когда у нас есть нейроны, они связаны отростками нейронов, и эти отростки покрыты белком миелином специальным. Вот. При синдроме Гиена-Барре у нас возникают антитела к этому миелину. Они садятся на этот миелин, приходят какие-то клетки, начинают этот миелин уничтожать, у нас перестают передаваться сигналы, нервные импульсы. Да? То есть конкретная реакция неправильная на какой-то белок, он уничтожается, и дальше, естественно, потому что этот белок нам нужен, чтобы передавать электрический сигнал между нейронами, нарушается функция, да, там, ну, вот, там, и значит, ну, человек в итоге там задыхается, например, да, или дергается как-то, потому что электрический сигнал не проходит. У меня вопрос, а при рождении у ребенка в кишечнике какие бактерии? По идее, кишечник не используется? Стерилен, да. Вот нам оказалось, что кишечник в самом начале стерилен. Вот. Но в меконии, да, это первый кал, уже присутствуют какие-то бактерии. А как они передаются? Через пуповину от матери? Я, если честно, это такая тема, сейчас очень покрытая мраком, потому что она прямо в процессе исследования, да. Нам всегда казалось, что ребенок, плод, в этой околоплодной жидкости, он стерилен. Там ничего на нем быть не может такого, а уж тем более у него в кишечнике, потому что он не работает. Вот. Но есть люди, которые пока, ну, они например, ну, на мышах показывают, что дают мыши специальную меченую бактерию там, с радиоактивным геном, и дальше у ее плода в меконии находят такую же меченую бактерию с этим светящимся геном. Механизм пока не понятен. Но есть такие наблюдения. Они могут быть как артефактами, так и существующими механизмами. Еще, наверное, все-таки. Не знаю. И, например, в старости мы видим, что происходит снижение. В старости мы видим, что снижение разнообразия бактерий происходит достаточно сильно. Появляются какие-то специальные бактерии, которых нет там, у взрослых людей или у детей. И вообще есть такая очень забавная теория про то, что в старости у нас появляются те бактерии, которые нас потом и переваривают, когда мы и умираем. И есть некоторый такой естественный путь вещей. Они нас переваривают? Они нас переваривают со временем. Интересная трактовка. Есть такой вот российский исследователь Уголев. Он делал простой эксперимент. Он автоклавировал кролика, то есть обеззараживал его от бактерий. И дальше этот кролик абсолютно спокойно высыхал, не сгнивал. Да, там может очень много дней проходит. Он первый пока. Ну и у нас то же самое происходит, что нас съедают на самом деле кишечные бактерии. Не все те, которые могут дышать воздухом, съедают изнутри наружу. Ну,
там есть еще и разные другие звери, которые, если попадают. Но если нас оставить вот просто, да, то мы будем разложены нашими собственными бактериями. Некоторые мумифицируются, говорят. А, это очень интересная история. Мощи святых всяких. Да, и есть еще эти восточные практики, которые так делают. Я даже такого в Волгинском Дацане видел, там вот у них есть мощь человека, который как-то это сделал. А, и то же самое, говорят, происходит с американцами. Американские трупы, они не гниют в могилах и вот считают, что это связано с высокой степенью использования консервантов. То есть люди, в принципе, уже настолько проконсервированы, что бактериям есть не вообще интересно. Довольно многие люди в геронтологических отделениях больниц, которые умирают не от сердечных заболеваний, не от раковых заболеваний, очень многие умирают от истощения. Они мумифицируются в достаточно большой вероятности. Угу. И вряд ли их съедают бактерии. Угу. Но здесь только эксперимент нам может помочь разрешить наш спор. Нет, а собственно, что мешает им потом быть съеденными бактериями внутри, если они умерли от истощения? То есть, знаешь, что в кишечнике нет бактерий, они там есть. Значит, просто людей умирают от истощения. Это не связано с фактом. Но точно вот когда они умирают, не их съели бактерии, а они доели последних. Ну, почти все. Осталось немного. В этом смысле очень интересные люди, например, вот у нас есть такая группа, это алкоголики. Алкоголики, такие, которые алкоголики из больницы, они особенны тем, что в принципе могут на там, 30-50 граммах спирта в день, да, существовать вообще отлично, пьянеют сразу, и у них все процессы в организме, то есть степень переработки биотоплива у них на высочайшем уровне, и мы как раз пытаемся понять, вовлечена ли в это как-то кишечная история, потому что у них тоже есть этот, то есть если у нас с вами... Они что, могут одним спиртом питаться? Да, им не нужно кушать. Это прямо это крайняя степень алкоголизма. Нет, одним спиртом вряд ли. Они все-таки тоже очень быстро умирают от истощения. Клинический случай, да. Это вот просто клинический случай, когда люди там в запое находятся месяцами и не кушают. Им не нужно кушать. А у нас с вами, например, там первые 30, 50, 100, 200 грамм всасываются в желудке, а у них настолько это все система и слизистые изменены, да, что это долетает до кишечника, и мы думаем, что там есть некоторый микрореактор. Вы знаете, вот я... Немножко. У меня достаточно хорошо знакомый человек этим вопросом занимается. Так вот, при таком запое возникает состояние, близкое к нервной анорексии. То есть люди тоже не питаются, это не связано с запоем, умирают от истощения, те. Хотя спирт в какой-то мере в метаболизме участвует. Да. И нам кажется, что как раз бактерии, они все-таки наши неполные враги и помогают нам. Но это не значит, что человеку не нужна другая пища. В ее отсутствии он все-таки погибает. В конечном итоге погибает. Скорее, отсутствие потребности пищи связано с патологией в лечении, которая, собственно, и приводит к алкоголизму. Это вот одна из ее форм. Тут я тоже небольшой специалист, рассказываю про некоторые наблюдения и что нам интересно рассматривать, да? Да, понятно. Как эволюция микробиоты человека с возрастом связана с эволюцией бактерий в целом? То есть можем ли мы пронаблюдать здесь, вот где находится там гнезде филогенетического дерева, или это как бы отдельный кусок? И будет ли так, что снижение разнообразия во взрослом возрасте – это закрепление новых каких-то форм, которые оказались более выгодными данному человеку, данной микробиоте, либо это возврат к предыдущим формам, которые уже были, просто другие новые формы не смогли развиться? Я думаю, что это, это очень похожие системы, которые проходят этот путь снова и снова. И я думаю, что просто набор разных бактериальных видов, он адаптировался под заселение из внешней среды в такие вот эволюционирующие системы, как вот наше собственное тело. Да, потому что в раннем возрасте и в активной жизни у нас бешеный метаболизм, огромное количество веществ перерабатывается, мы двигаемся, перемещаемся, а в поздней жизни все так достаточно скудно, спокойно,
и так далее, и так далее. Я не думаю, что кто-то здесь закрепляется, хотя в целом мы тоже поддерживаем этот взгляд на каждого отдельного человека как такой реактор по производству новых бактериальных видов, потому что в кишечнике, как нигде, очень суровые условия, там на кубосантиметр пространства огромное количество разных видов, они точно обмениваются друг с другом генетическим материалом и еще как. Высокая конкуренция, очень много еды, то есть где бы еще не появляться новым видом существ, как не в нашем кишечнике. Да? Почва при этом в этом абсолютно скучное место. Океан тоже скучнейшее место. То есть интересно, там, где происходит борьба, какая-то жизнь, кипение, бурление, это могут быть там всякие гейзеры, озера, супер какие-то болота интенсивные по перевариванию древесины, или такие же вот кишечники более крупных существ. Вроде бы считается, что почва – это как раз место, где очень высокая конкуренция, где разные микроорганизмы травят друг друга антибиотиками, которые… Да, но скорость роста там гораздо меньше. То есть количество циклов деления, которые проходят у нас все бактерии в кишечнике, она реально настолько больше, чем… Потому что очень много пищи попадает. А если сравнивать с почвой, если сравнивать с той же почвой, то есть из почвенных там разных организмов часто там открывают там новые антибиотики, которые для этих организмов оружие химической войны. А что-нибудь подобное в кишечнике есть? Травят ли микрофлора кишечника друг друга антибиотиками? Но абсолютно точно травит, и это для них механизмы общения. И когда мы смотрим, на самом деле, может быть, в конце у меня будет пара картинок про устройство всего этого как сложной системы, да, вот эти вот связи подтравливания друг друга или подкармливания друг друга, это огромное число таких петлей обратных связей, которые находятся в сообществе, и правильная их комбинация. Точно так же наш, на самом деле, организм, он тоже может выделять очень специфичные вещества, которые будут, например, подкармливать только один вид бактерий или убивать только один вид бактерий, и таким образом регулировать совместно со всем сообществом, ну, какой-то гомеостаз всего того, что там происходит. Ну, вообще говоря, кишечник не должен быть очень благоприятной средой для развития бактерий. Дело в том, что основная функция кишечника – это, извините, все-таки питание организма. И большая часть вот, неравновесной энергии оттуда выводится. Поэтому бактериям на взаимную войну не очень много остается. В принципе, да, если мы себя считаем как царя Вселенной, то, конечно, кишечник служит нам. Да. А можно смотреть так, что какие-то ребята засели внутри танка, этот танк ходит, собирает пищу, размножается, передает их по наследству своим потомкам, ну, попутно создавая какие-то литературные произведения. Мне казалось, что людей мозг находится в другом месте. Все-таки. Но если рассмотреть 7 миллиардов людей, да, то большая часть из них сейчас охотится за едой, да, а не размышляет о теоретической физике. И это абсолютно естественное состояние. Но, скажем так, очень опосредованно большинство людей, так сказать, на сегодняшний день работают по найму и выполняют ту работу, которую кто-то считает полезной, не они сами, и точно не их бактерии. Вполне возможно. Тут просто вопрос взгляда. Можно этот взгляд как бы из разных сторон? Нет, потом... что они работают по найму, это совершенно точно. Это не вопрос взгляда. На самом деле КПД пищеварительной системы довольно низкий. То есть если мы возьмем фекалии, то из них столько энергии осталось, что как бы еще хватит на вот питание как раз, опять же, призыв в целой семьи. Вот, мы просто не употребляем это в таком виде. И попасть в кишечник и освоиться там для бактерий, это вытянуть счастливый билет. Потому что это быть в условиях, где всегда есть еда, тепло, где термостатированные тепло. Условия, да. И, ну, в общем, как бы в этом можно только мечтать. И... Вообще, чтобы из этого материала извлечь больше энергии, надо несколько увеличить длину кишечника, пережевывать жвачку. Так и делают многие. Коровы. Да, в частности. Иметь в желудке 4 отдела, поэтому вот... Каждый решает эту проблему по-своему. Кому-то проще больше... При данной конструкции кишечника, при характерном для человека времени прохождения пищи,
существенно больше извлечь из нее нельзя. Если бы какие-то бактерии могли это делать... А бактерии могут делать свою пользу. Пользу человека не могут. Да, но уже вне организма, потому что за это время не успевает. Как, почему? Вы на самом чего это утверждаете? Успевает, более того, там, если 2 килограмма бактерий, то вы можете прикинуть, сколько там... Потому что, извиняюсь, сухое вещество можно использовать в качестве топлива. Даже после коровы. Так я просто о чем говорю, что действительно очень много энергии остается. Поэтому это как бы удачно... Да, но в той форме, в которой ее невозможно усвоить данному организму. У нас есть, вот, например, такая модель, это африканский комар, ну и у него есть личинка, в реальном, ну, нам он интересен в том смысле, что этот комар, например, может засыхать полностью, да, там, в условиях засухи в Африке, потом попадает капля воды, и он снова оживает. Ну, по количеству, ну, там маленький кишечник. Бактерии там живут, ну, конечно, в меньшем разнообразии. Но мы сравнивали с почвой африканской, которую собирали вокруг, да. Ну, разнообразие примерно такое. И даже там бактерии, которые живут в кишечнике какого-то маленькой личинки комара, они, например, помогают ей там правильно высыхать и восстанавливаться. Наверное, есть какие-то... То есть и даже у мелких насекомых это есть, но там возникает проблема другого сорта, что сложно манипулировать ну, со всеми, то есть извлечь кишечник из личинки комара, это такая уже работа, ну, спешл. Здесь очень хорошие модели мыши и крысы, потому что их можно там держать достаточно изолированно, и, например, если сделать матери кесарево сечение, оттуда достать мышат и в стерильной обстановке их вырасти, то это получаются такие животные, которые называются там условно germ-free или гнотобионты. Это животные без бактерий на поверхности и внутри тела, да, ну, то есть там какой-то минимальный титр допускается. И вы этих животных можете, выделив откуда-то там, какую-то специальную бактерию, туда поселять и смотреть, как они с ней взаимодействуют. Это, скажем, там топ вот этих вот исследований в смысле моделирования процессов. Очень похожи на нас мини-пиги, в смысле пищеварительной системы. Ну, их удобно, чем биг-пигов, чем обычных свиней рассматривать и выращивать. Но их уже очень сложно сделать гнотобиотическими. Ну, потому что для большого животного нужна большая стерильная камера. И так, но это все там сильно дорого, а там мыши и крысы, они все-таки плодятся достаточно быстро. Мы сделали мир настолько стерильным для себя, что ребенок, он, ну, как бы, не встречает вообще никакой грязи, никаких бактерий, не обучает в детстве свой иммунитет, и дальше во взрослости ему становится достаточно сложно. Показывают такие потрясающие механизмы, что, например, вот это вот у нас есть привычка эволюционная собирать все в рот в детстве, и дальше оказывается, что у матери ореол соска устроен так, что с поверхности детских губ бактерии очень легко проникают в организм матери, и к следующему кормлению мать полностью готовит иммунный ответ, правильный, да, против этих бактерий. И таким образом взрослый иммунитет матери обучает детский иммунитет ребенка, который ползает везде и как бы и собирает всю опасность там внизу. И как бы и маме говорит, вот вокруг меня есть это и это. Она говорит, ну вот это надо так, а вот это надо так, а вот с этим надо поступать так. Ну, соответственно, как только мы всю эту грязь убираем, детей начинаем кормить искусственной едой, да, я готов. Вообще вот подобный подход привел Фрейда к довольно грубой ошибке. В какой-то момент он описал возникновение невроза у маленького ребенка. Лечил он его в промежуток, по-моему, от 3 до 7, что ли, лет, вот 4 года. Объяснял, что невроз, извините, расстройство пищеварения, у ребенка был вызван скрытой ненавистью к отцу. Вот. По тому, как вот он описывал состояние ребенка, у него
все-таки была не совсем психически уравновешенная мать. И расстройство пищеварения другой бы врач, клиницист, связал бы с неправильным кормлением и с недостаточной подвижностью ребенка. Так вот, Фрейд это связывал со скрытой ненавистью отцу. И вот его отец 4 года за это Фрейду платил. Но все-таки отец Фрейда был, извините, венским евреем. В России, когда пытались так учить, второго сеанса не было. А если вот у такого врача случайно оказывался второй пациент, то потом врач исчезал, вот его найти не могли за такое лечение. Грубейшая получается ошибка. А подход аналогичный. Да-да-да, здесь вполне возможно, что это ошибка. Я просто сообщаю некоторые, там, скажем, слухи, которые ходят в среде, да, о том, что приверженность гигиене, возможно, не... То есть, конечно, это увеличило нашу продолжительность жизни, там, стерильность и так далее, но у этого есть и обратная сторона, которая связана с тем, что мы, что наш организм плохо начинает себе представлять о том, какие могут быть у него естественным образом раздражения. Я бы вообще бы это связал немножко не с этим. Вот тоже это отчасти мои личные наблюдения. Вот очень часто для того, чтобы продавать лекарства, ну, там, некоторые продукты питания, различные технические устройства, организуют рекламную кампанию. Так вот, стереотипы, которые в некоторых видах рекламы человеку навязываются, они с жизнью несовместимы просто. Вот такие вот стереотипы, такие вот идеи об избыточной стерильности, они вообще у многих людей, у многих родителей вызывают неврозы, от которых потом страдают их дети. И стерильность кишечника тут абсолютно. Не-не-не, кишечник. Ну, недостаток микроорганизмов в кишечнике тут ни при чем. Это заболевание совершенно другого характера. Здесь на картинке пример такого лонгитюдного исследования младенца. Если интересно, можно каталог роликов привести, в которых навязываются несовместимые в жизни стереотипы. С первого дня по примерно там третий год, 738 дней. Это вот филогенетическое дерево, разнообразие бактерий, да, появление здесь черных полосочек, значит, что вот это там разнообразие как-то присутствует. Да, и мы видим, что фактически там эти анализы брались раз в несколько дней, что с возрастом это разнообразие нарастает. Здесь были интересные истории в жизни ребенка, помеченные звездочками, а вот здесь они и подписаны, да, что у ребенка была температура, здесь ему давали антибиотики, здесь он полностью перешел на какую-то обычную еду, и мы видим, что все вот эти вот мероприятия, дополнительные, скажем, его естественные истории, они вызывают такой мощный отклик и изменения в составе микробов, которые находятся у него в кишечнике. Да, и, например, американцы, для них вообще история с ожирением такая очень серьезная. Они поставили такие эксперименты, что брали мышей, в детском возрасте мышам давали такие антибиотики, которые они обычно там своим детям дают, ну, врачи по предписанию, в минимальных дозах, смотрели, что происходит с микробами. Казалось действительно, что количество микробов уменьшается, потому что это антибиотики, они на них влияют. Дальше разнообразие этих микробов не восстанавливается, то есть там меньше разных видов бактерий присутствует. И следующим шагом они как бы контрольным мышам, которым ничего не давали с детства, и тем, которые были пролечены антибиотиками, начинали давать пищу, которая на 30% была более жирная, чем там стандартный рацион мышиный. И те звери, которые были нормальные, с ними ничего не происходило, а те, которые были пролеченные, у них был как бы более скудный репертуар этих бактерий, они начинали на этой пище с большим содержанием жира достаточно быстро полнеть. Ну и там для американцев это такие наблюдения за просто своей собственной жизнью в этот момент. И ну, дальше из этого там
являются они Фрейдом, не являются Фрейдом, они строят новые подходы к терапии и лечению. Появляются нового рода такие исследования, которые называются MGVAS, то есть это метагеномные масштабные ассоциативные исследования. Такое же раньше делали с геномами людей, когда искали связь состава нашего, каких-то особенностей нашего ДНК с заболеванием. Там, на сегодняшний день такие исследования там, берут 1000 людей с какой-то болезнью, 1000 людей без болезней, исследуют их ДНК в различных точках, да, и смотрят, собственно, какие сигналы от ДНК чаще встречаются у людей с болезнью и у людей без болезни. Там, стандарты таких исследований, что это многоцентровые исследования по всему миру, на разных национальностях и так далее. То же самое будет история с этими метагеномами, но сейчас первые пилотные исследования, я просто их там перечислил. Показано, что есть связь каких-то бактериальных родов с атеросклерозом, и даже более того, показано, что микробиота перерабатывает L-карнитин через такой достаточно сложный путь в проатерогенные вещества. Показано, что диабет второго типа тоже ассоциирован с некоторым составом микробиоты. Никто здесь не знает, как бы это результат того, что человек в таком смещенном метаболическом состоянии находится, или как-то микробиота на это влияет. Да, но там, кроме того, что, допустим, есть какие-то супердорогие китайские исследования, которые в ведущих журналах публикуются, да, можно обратить, что ведущие фармацевтические компании, это Novo Nordisk, это один из там суперпроизводителей мировых лекарств от диабетов, действительно серьезно вкладываются в исследования микробиоты при различных метаболических нарушениях. С диабетом второго типа интересная история, что если там взять китайцев и европейцев, два разных исследования, они показывают совершенно разные маркеры ассоциации при заболеваниях, и это может быть тоже такой особенностью, что все также зависит и от какого-то культурного фона, но это могут быть какие-то персональные гены или питание. В общем, мы видим такую примерно картину, что у нас существует врожденный иммунитет, который определяется генетикой, есть адаптивный иммунитет, антибиотики и диета влияют на всевозможные наш микробиом, да, на наши бактерии, они каким-то образом отвечают на это передается в нашему врожденному и адаптивному иммунитету, он как-то учится или реагирует, ну и там, например, история с астмой сейчас, похоже, сводится к тому, что, ну, похоже, это были какие-то нарушения метаболизма в кишечнике в детстве, да, и потом это приводит к астме, там, в каком-то достаточно большом количестве случаев в Европе, и вот люди там целенаправленно идут в эту сторону, ищут здесь такие подходы, чтобы все вернуть вспять. Ну, здесь у нас есть некоторые проблемы с иммунитетом, потому что во взрослом возрасте его, ну, так достаточно сложно переобучивать. У нас есть это там стенка кишечника, и кишечник на бактерии влияет с помощью разных антимикробных компонентов, цитокинов, хемокинов, а в свою очередь бактерии обратно могут выбрасывать всякие короткоцепочные жирные кислоты и некоторые молекулы, которые являются вообще сигнатурами микробов. Есть, например, такие интересные микробы, у которых состав клеточной стенки такой же, как у клеток эпителия. Да, то есть они супер вообще приспособились под нас, и наш организм не может их отличить, иммунитет их не может отличить от наших собственных клеток, да, и никогда не будет на них реагировать, да, потому что реакция на них равносильна реакции на собственные клетки, но эти бактерии, они там для нас не вредны, да, то есть они наш очень давний симбион, да, если бы была такая вредная бактерия с таким составом, то там все человечество бы, оп, исчезло. Для нас вот с микробиотой и болезнью пока непонятно, где причина и где следствие. Как раз развиваются эти огромные исследования, да, и там следующую там 3-5-летку в России такие исследования будут проводиться и в России тоже.
Нам абсолютно понятно, что нужны разные стратификации по диете, этническим группам и так далее. Прям несколько слов про США в этом смысле, что там эпидемиологическая история с ожирением, с 10 до 30% диагностированное ожирение, то есть как диагноз, поставленный доктором, а не то, что там человек, мы думаем, там вот жиртрест идет по улице. Доктор поставил диагноз ожирение. Больше 30% в 2008 году. Это же как раз связано с тем, что антибиотики повсюду применяются в медицине. Они также в субтерапевтических, как это называется, дозах, но на самом деле такого понятия не существует, применяются при выращивании всевозможных сельскохозяйственных животных. Животные от этого становятся больше, там, тушнее, красивее и так далее. Ну и, естественно, это все, ну, может быть, там под радарами Роспотребнадзора проходит, но попадает в наш организм. А интересно, какая была ситуация в Риме ко времени распада Римской империи с ожирением? С ожирением какая была ситуация в Риме ко времени распада Римской империи? Да. Наверное, они же тоже с ним боролись. Да? Да. Можно, наверное, по деформации костей как-то определить. Вот римские, больше... римские патриции с ожирением очень даже боролись. А? Ну, в США даже у плебеев, да, то есть 30% это больше, чем количество патриций. Там тоже патриций многовато. Есть, например, такие примеры, которые нам говорят, что кроме антибиотиков еще существуют и консерванты. Да, это вот 137-й день, такой известный проект, он назывался Happy Meal Project. Ну вот на 137-й день еда выглядит ну вот так. Понятно, что это, наверное, не очень здорово. А у нас есть такой там аналитический тул, который показывает, как часто в публикациях ассоциируется микробиота и различные названия заболеваний. Там, это списки всевозможных заболеваний, аллергии, целиакия, рак желудка, но это одна единственная бактерия, аутизм, то есть вот это тоже интересная история, что аутизм связывают с бактерией, да, представляете, и вот это вот правительство патрициев выделяет гигантские средства на исследование этого. Исследование бактерий, вызывающие аутизм? Нет, на взаимосвязь проявлений, да, или степени проявления аутизма, да, и бактериального состава. Ну, может быть, сейчас мы немножко в эту сторону забежим. Я бы сказал, что речь идет об отмывании бюджета в данном случае. Нет, ну тут не утверждается, что это причина, может быть, это следствие. Нет, но у нас этот подход научный должен быть. Да-да. Формат заседания. Есть интересные работы по пересадке, я боюсь сейчас вас совсем шокировать, по пересадке кала от больных аутизмом в мышей, да, или там есть мыши с проявлениями аутизма, ну такая есть там крысиная модель аутизма. Их бактерии пересаживают мышам, которые так себя не ведут, и мышам, которые как бы ведут себя как аутисты, пересаживают нормальную микробиоту. Очень многие паттерны поведения, которые связаны с аутизмом, я помню, единственное, что помню, что они там шарики регулярно любят закапывать, вот мыши-аутисты, после пересадки микробов от нормальной мыши, они начинают делать это достоверно реже. Да, в этом научность подхода. То есть, скажем, исследования разных влияний. Нам кажется, что это вещи не связанные. Можно поставить эксперимент, ну, проверить его самому, как это связано. И вот по поводу аутизма, что существует так называемый gut-brain axis, теория кишечных мозг. Здесь такой эксперимент, что есть известные там мыши SPF и GF. Известно, что там SPF мыши, они... GF-мыши были такие достаточно активные, SPF-мыши достаточно агрессивные, извлекают из какашек микробов, ну, все остальное отмывают, пересаживают, местами меняют у этих мышей, активные мыши становятся спокойными, спокойные мыши становятся активными,
Если из активной мыши в активную пересадить, ничего не изменится. Если из спокойной в спокойную пересадить, тоже ничего не изменится. То есть это не эффект самого проведения этой операции, да, а действительно добавление. А при этом, да, там, кроме поведенческих тестов, проверялись еще активность некоторых транскрипционных факторов, то есть, ну, специфического поведения клеток в мозгу, и оно тоже меняется при пересадке микробиота. Это, скажем так, первые исследования по этому поводу. Мы понимаем, что микробы могут создавать огромное количество маленьких молекул, которые попадают в наш кровоток и дальше могут опосредованно или напрямую влиять на наше поведение. Вот старожилы кафедры физики рассказывали, что некоторое время назад проводился опыт, как влияет магнитное поле на поведение петуха. Очень долго искали причину. Оказалось, что все-таки магнит деформируется, голову петуха сдавливает, вызывает у него приступ активности. Очень долго разбирались. Супер. Считали, что это влияние магнитного поля на прохождение нервного импульса. Фекальная трансплантация или по-русски пересадка кала. Сейчас это принятая операция при кластридиальной инфекции. Да, это такой ужасный патоген, кластридия. И в некоторых случаях, ну, это с 50-х годов применяется, это ничего нового такого в медицине, ну, в современной европейской доказательной медицине, я имею в виду. Вот. Бывают такие случаи при этой кластридиальной инфекции, что антибиотиками невозможно извести эту бактерию. И тогда пересадка кала от здорового донора, оказывается, может оказать какой-то эффект вплоть до ремиссии. Механизм здесь абсолютно непонятен, но видно, что есть результат. В общем, есть история про то, что люди пытаются сделать такой синтетический микробиом, да, заранее запрограммировать из каких-то бактерий, что он будет состоять. У нас в России есть такая история про Илью Мечникова, который из своих же бактерий делал кефир, ну, они ему помогали сбраживать молоко, из тех бактерий, которые он из своего кала извлек, и в течение жизни его пил. Ну, чем он закончил, можете посмотреть в интернете. Ну, собственно, США, как эталон регулирования в здравоохранении, начал регулировать вот эту операцию Fecal Mass Transplantation в прошлом году. Вообще известны случаи, когда применение гомеопатических средств в концентрациях, когда одна молекула действующего вещества находится хорошо, если в океане, еще более эффективно. Да, ну вы, наверное, вы не сталкивались с кластридиальной инфекцией. Здесь просто разные, совершенно разные истории. Постоянный кровавый понос в течение, например, полугода. Наверное, можно это попробовать лечить одной молекулой из океана, но есть случаи, когда людям реально это помогает. Нет, это то, что одна молекула действующего вещества хорошо, если находится в Тихом океане, да, говорит о том, что механизм действия иной. Чем? Чем химический. А, хорошо, да. Здесь мы вполне возможно, что здесь так и было написано на прошлом слайде, что механизм действия неизвестен. Тоже одна такая европейская болезнь, которая называется болезнь Крона, она связана с тем, ну, ее проявление... А? Почему европейская? Европейская, потому что, как это, Global Burden of Disease по-русски. Насколько я понимаю, это некроз частичный, там, как какого-то отдела кишечника, да, мелкоочаговый. Да, что-то в этом роде, но там есть НИАК, там не НИАК, но вот болезнь Крона еще одновременно связана и с появлением каких-то специфических патогенов, да, на сегодняшний день, то есть это не генетическое там, то есть у него есть разная природа, автоиммунная, генетическая или бактериальная считается, да, возможно, что это, ну, множество этиологий имеет сама эта болезнь, по факту, да, просто участки кишечника начинают истощаться, там идет постоянное воспаление, потом образуется дырка, ну и дальше сепсис и так далее, и так далее. Там для множества больных Крона даже недоступна колоноскопия, потому что, ну, там, колоноскопист не может туда колоноскопом забираться, чтобы на все это посмотреть, потому что очень опасно, можно задеть, и стенка порвется. Вот для такого больного тоже была произведена, это единственный случай опубликованный, пересадка кала от здорового донора.
И тоже там 6 месяцев у него, через 6 месяцев наблюдалась стабильная ремиссия. Здесь, ну, европейская она потому, что максимальный рост ее в Европе и особенно у северных европейских народов, финнов, норвежцев, датчан. Раньше о такой вещи вообще было там неизвестно. В России, ну, скажем, крон существует, но пока нет такой эпидемиологической обстановки. Северная Европа считается, что вообще эпидемиологическая обстановка по этому заболеванию. Но там тема, которая нам нравится в лаборатории, это еще про взаимосвязь, естественно, с пищей, о чем бы еще в этот момент не поговорить, когда мы изучаем микробиоту. Есть интересные, тоже опубликованные результаты по взаимодействию. Были взяты люди, которые едят животную пищу, и им давали растительную, и наоборот, были люди, которые традиционно едят растительную пищу, им пищей, но потом его микробиота вспомнит, какой она была, и к этому состоянию вернется. То есть как-то реагирует, насколько эта реакция устойчива, мы пока не знаем. Такое резюме, что вообще биота – это новый орган, и действительно очень многие люди смотрят на него именно так. В становлении здоровья показана ключевая роль, особенно в детском развитии. Антибиотики и питание оказывают влияние на эту микробиоту. И в ближайшем будущем похоже, что будут созданы новые терапевтические технологии или там мониторинга, технологии мониторинга за составом микробиоты, которые будут нам что-то говорить о нашем здоровье. Ух, мне кажется, я уже перебрал даже со временем, 1.5 часа, поэтому прошу вас прощения, как-то так затянулось. Это было связано, наверное, с тем, что какой-то я увидел живой интерес в вопросах. Вам спасибо, если я могу еще что-то рассказать по этому поводу, с удовольствием отвечу на вопросы. Давайте не забывать, что тут еще была мысль провести экскурсию. Да, мысль добрая. Супер. Всем желающим я предлагаю пройти в геномный центр, чтобы посмотреть.